привет, ребята, с вами Лашка, и сегодня пятница, это значит, что мы идем на почту за подарочком. И также у нас в миксе вышел такой небольшой трейлер к обновлению. Давайте зайдем и сначала посмотрим, наверное, микс, а потом за подарочком уже сходим. В миксе нам показывают новую одежду, новый пак одежды, скорее всего. Но этот пак одежды уже вышел на взломе, и поэтому уже ни для кого не секрет, что будет у нас вот такая вот новая одежда. Но наконец-то нам решили эту одежду добавить в платную версию игры. На самом деле даже грустно, что на взломе быстрее выходят обновления, то есть в том плане, что у них уже давным-давно вышло это, а те игроки, которые платят деньги за эту игру, должны ждать намного больше, чем игроки, которые играют бесплатно. Я ничего не имею против взлома, но просто реально обидно, что мы ждем больше, но нам за это еще и придется деньги платить. В общем, немножко неприятная ситуация, все уже про эту одежду давным-давно знают, все уже видели ее, и поэтому, ну, сюрприза у кого-то особо не получилось как-то. Ну, в общем, ждем этот пак уже наконец-то в платной версии игры, потому что хочется тоже своим персонажам новую какую-то одежду приодеть. На самом деле, такое уже происходит не первый раз, что на взломе выходит раньше, чем на платной версии. Это немножечко все-таки расстраивает, потому что хотелось бы как-то, чтобы пользователи, которые платят деньги за эту игру, получали свои обновления вовремя, а не намного позже, чем на бесплатной версии. Мне кажется, немножко это странноватым как-то. Ну, в общем, идем забирать подарочек. Заходим. Берем билетик. Отдаем его Крампету. И получаем наш подарочек. Вот он, давайте открываем. И здесь у нас какой-то мешочек, давайте откроем. Посмотрим, что тут. А, он не открывается? Или что такое? Мне кажется, он должен открываться. Что за бред-то? Что-то мне не получается его открыть. Я не понимаю. Может, он реально не открывается? Просто нам дали вот такой вот мешочек, в котором что-то типа лежит. А что за ерунда? Почему не открывается-то? В общем, почему мне не открывается этот подарочек? Пишите в комментариях вообще, может ли он открыться, или нам реально просто подарили вот такой вот мешок голубой. В общем, я не знаю, к чему этот подарок. Я не думаю, что он особо к обновлению какому-то, просто как будто бы мешочек вот такой вот голубенький с сердечками. Но, к сожалению, он не открывается у меня. Я, в общем, не знаю. Подарочек тоже достаточно странный сегодня. Но, в принципе, красивенький, миленький мешочек, может быть, подойдет для декора где-нибудь. Давайте поставим его на полочку. В общем, вот такой вот видеоролик сегодня получился. Подарочек, на самом деле, мне кажется, слишком простенький, но миловидный. А по поводу обновления, ну что, будем все-таки ждать, когда же уже выйдет на платной версии это обновление. Думаю, что обзор на это обновление уже будет особо не актуален, конечно же, потому что все уже это видели, но я думаю, что все равно его выпущу, потому что если кому-то интересно смотреть обзоры именно от меня, то посмотрят. Ну, в общем, в принципе, мне будет уже самой просто интересно примерить на своих персонажей эти аксессуары и одежду. Поэтому обзорчик я все-таки, наверное, сниму. В общем, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Дзен и ВК. Всем пока-пока!